О, первая версия Лиза. Ого, ничего себе. Там, наверное, еще 10 треков на этот релиз, которые туда не попали в итоге, потому что очень хотелось выпустить в 2022 году. Я думаю, что они могут реализовываться в качестве отдельных релизов, в качестве этой эры Тузика. Вот. Вообще сейчас столько материала откопал невероятного. Там прям бэм и дэм. Там прям бомба.